Oh, hey. Ouch. Come here. Can we... Ouch. Возвращаясь домой через лес, пожилой мужчина споткнулся, упал и сломал ногу. И буквально через несколько секунд неподалеку послышалось рычание. Увидев огромного волка, старик понял, что спастись ему не удастся. Но зверь вдруг побежал куда-то, а через час на помощь старику пришли люди из деревни. Оказалось, их привел сюда волк, чем они были крайне удивлены. А старик тем временем думал лишь об одном. Когда-то он спас в лесу голодного и слабого волчонка, забрав его к себе домой. Зверь и человек очень подружились. Волчонок вырос, и жители деревни стали настаивать на том, чтобы наш герой избавился от зверя. Дело дошло даже до полиции. Старику пришлось отпустить волка в лес, хотя зверю этого совсем не хотелось. Мужчина был уверен, что хищник обиделся на него, а теперь он, забыв все обиды, спас своего друга от беды. Вот насколько умными, понимающими и добрыми могут быть дикие звери. Полную версию этого видео смотрите по ссылке ниже. Друзья, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, ссылка в шапке профиля.